Существует ли другое измерение? Мир, неизвестный нам. Есть ли жизнь после смерти? Существуют ли ангелы? Могут ли наши сновидения содержать послания с небес? Доступны ли нам древние тайны сверхъестественного? Реальны ли чудеса исцеления? Сидрот более 35 лет исследует удивительный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в программе «Это сверхъестественно». Здравствуйте, с вами Сидро. Добро пожаловать в мой мир, где все сверхъестественное естественным. Расскажу вам, что мой следующий гость умножит вашу веру. Дело в том, что она верит, да и я тоже, что над каждым из нас есть цилиндр света или портал на небеса. Как только вы это осознаете и активируете, небеса начнут приносить какие-то вещи на эту землю. Моя гостья хочет, чтобы вы активировали свой цилиндр света. Я скоро вернусь. Должен признать, что меня завораживает этот цилиндр света. Кто-то называет его порталом, Библия называет его вратами. Ребекка, Бог показывает вам, что этот цилиндр света есть буквально у каждого верующего в Мессию. Я верю, что когда я нахожусь в этом цилиндре света, то ни одно орудие, сделанное против меня, не будет успешно. Аминь. Аминь. Пока мы на земле, у нас есть возможность достигнуть этого открытого портала. Там у нас есть сверхъестественная защита. Сказано, да придет царство Твое, и да будет воля Твоя. На земле. На земле, как на небе. Через этот портал приходит то, о чем мы молились. Точно. Наше благословение путешествует по этому порталу, Сид. Это потрясающее место, где можно действовать и находиться. Это тайное место. Приведите мне пример из Библии о том, кто имел такой доступ. О, это легко. Илия действовал под открытыми небесами. Иаков действовал под открытыми небесами. У него была лестница. Лестница. Люди видели этот цилиндр надо мной. Люди видели его и над вами. Это правда. Вы видите его над каждым? Абсолютно. Как верующими, так и неверующими. И смотря на расширенный или суженный портал у конкретного человека, я служу как верующим, так и неверующим. Это делает служение легким. Когда-то я был брокером, подобное называлось внутренней информацией. Да. Хорошо. Вы впервые увидели этот портал, хотя еще не знали о нем, когда вам было всего 8 лет. Да, 8 лет. Как это было? Я косила траву на газонокосилке. Это была монотонная работа, поскольку двор был большим. Это был двор моего дяди. Внезапно надо мной раскрылись небеса, и облака расступились перед превосходным откровением. Это было очень интересное действо. Я зажмурилась, вскочила на газонокосилку, ускорилась и заняла себя делами на следующие 30 лет. Хочу сказать, что вы наверняка не слышали, чтобы человек познал Иисуса так же, как это сделала Ребекка. Она росла в семье баптистов, немного была бунтаркой. Алкоголь, наркотики и все, что обычно сопутствует. Но однажды мать сказала ей: «Я хочу, чтобы ты пошла в церковь». Ребекка почему-то ответила на это: «Хорошо, она идет туда, ничего не зная, она не спасена». Вся молодежь обступила ее. Молодежный пастор сказал: «Они собираются вокруг нее, ну, пускай будет спикером, будь по-вашему». Помните, она не спасена. Она будет спикером на молодежном собрании. Он спросил ее об этом. И, Ребекка, что же вы ему ответили? Я сказала: «Ладно».
Я согласна. А теперь расскажите мне об этом подробнее. Когда моя голова начала произносить «да», хотя я говорила «нет», моя мама протестовала: «Нет, не делай этого». Теперь, зная об откровении Бога, я вспоминаю то время и думаю, как этот молодежный пастор меня заметил. Я была такой потерянной, но несмотря на то, что я мало знала, у Бога был план. Откуда вы знали, что сказать? Он сказал: «Не волнуйтесь о том, что вам сказать, потому что в тот час, когда нужно будет говорить, Дух Святой даст вам слова». И я сказала: «А ну, это легко». Это сказал пастор? Да. Что ж, я ему верю. Я ему верила, я даже не брала Библию. Итак, она сказала: «Отлично, Бог скажет мне, что сказать, потому что мой молодежный пастор так сказал». Она поднимается, чтобы говорить перед группой людей без Библии, без подготовки, не спасенная. И как все происходило? Меня представили, сказали обо мне много хорошего, и я подумала: «О, я им нравлюсь больше, чем сама себе. Мне здесь нравится». Меня поставили за кафедру, и я сказала: «Ваш молодежный пастор сказал, что Дух Святой даст мне слова в тот час, когда нужно будет говорить. Но его здесь пока нет». И что вы говорили? Я просто стояла, и все смотрели на меня как-то странно, и я ждала, я просто ждала. Я ждала. А что делали остальные, пока вы ждали? И пастор, и молодежный пастор не знали, что думать, а остальная часть церкви думала, что мое отсутствие плана — это весьма интересно. Бог действительно готовил меня к сфере откровения, чтобы дать слова в час, когда нужно будет говорить, потому что им нужно было услышать то, что я должна была сказать. И что произошло? Внезапно откуда-то сверху начало обильно течь масло. Я чувствовала, как оно льется на мою голову и потом стекает по моему телу. К тому времени, как оно стекло к ногам, с моих губ слетали слова, и это служило мне. Но это была не я, это был Бог. Итак, она говорит и вдруг вспоминает, как видел на собрании Билли Грэма, который говорил: «Придите». Закончив говорить, она скопировала Билли. Она не понимала, что делает. Просто сказала: «Придите». И они все стали выходить вперед, чтобы обрести спасение. Она и не знала, что им говорить. Она ведь никогда не была в церкви. Она сама не была спасена. Я сказала: «Если у Билли все получилось, значит, и у меня получится. Приходите отовсюду, если в вашем сердце не живет Иисус, приходите сюда, со всего здания». Вы призывали их к алтарю, да, не спасенные, без Библии, просто приходите, и все. Дети устремились к алтарю. Это меня почти напугало, потому что они бежали ко мне. Подходили и их родители, и наставники, и некоторые служители. Пускай это останется нашим секретом. Дети стали спрашивать: «А какую молитву нужно сказать, чтобы спастись и пригласить Иисуса в наши сердца?» А я отвечала: «Я не знаю, но сейчас мы позовем пастора, и все спасемся». И вы тоже спаслись? Да, тем же вечером. Понимаете, приходит пастор, делает призыв к алтарю, она произносит молитву вместе со всеми этими детьми. Когда мы вернемся, вы узнаете о шестичасовом открытом видении, которое полностью преобразило жизнь Ребекки и преобразит вашу. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Если вы любите смотреть нашу программу, то сейчас вы можете смотреть сотни наших архивных программ онлайн. Сколько пожелаете — на своем компьютере, смартфоне, iPad или на вашем любимом планшете. Эти программы станут инструментом, который поможет вам стать нормальными, но нормальными в библейском понимании этого слова. Так что присоединяйтесь к нам на нашем сайте. Там вы сможете посмотреть специальные трансляции служения и наставничества, передаваемые из нашего медиа-центра, находящегося в
городе Шарлотт, штат Северная Каролина, в которых участвуют лучшие учителя с самыми разнообразными дарами Святого Духа. ISN — это средство, которое сделает вас нормальными, нормальными в соответствии с Библией. Вы будете научены и наделены способностью жить в Божьем сверхъестественном, так, как никогда ранее. Просто заходите на веб-сайт, адрес которого указан на экране. Это сверхъестественно. Несколько недель назад я встретил Ребекку, и она сказала: «Много дней назад у меня было открытое видение, которое изменило мою жизнь». Я спросил: «Сколько дней назад, вы помните?» Она ответила: «1810 дней тому назад». Зачем вы так точно ведете отсчет? В тот день в моей жизни многое изменилось. Это было 14 февраля 2010 года. Бог дал мне откровение по Писанию, потому что в тот день Он дал мне новое сердце. С того дня я начала считать дни, потому что Бог действительно дал мне мудрое сердце. Расскажите, что произошло в тот день, раз это действительно изменило вашу жизнь. В результате вы теперь действуете в откровении. Мы поговорим об этом немного позже. Расскажите, что произошло в тот день. Бог познакомил меня со своей славой. Я слушала песни о славе Божьей. Я была сильно помазана, я была пастором церкви. Я думала, что у меня есть все, что мог дать мне Бог. Но Его слава — это Его необъяснимое, убедительное проявление Себя. Мне этого не хватало. В тот день я увидела Его славу. Бог отправил меня на поиски сокровищ. Это было в день Святого Валентина. И Он сказал: «Я хочу, чтобы этот день ты провела со мной». В тот год это было воскресенье. Он отправил меня на поиск сокровищ на ферму моего прадедушки. Я смогла побывать во многих местах, и Бог показал мне себя в откровении. С того дня, 1810 дней назад, я хожу в откровении. Я называю его смешным откровением. Расскажите мне, как оно работает. Что такое откровение? Откровение — это объяснение Отца. Нам много раз говорили «нет», потому что я так сказал. Безо всякого объяснения того, почему мы не должны делать то, чего не должны делать. В конце концов, мы, подобно Павлу, делаем то, чего не должны. А то, что мы должны делать, никогда не делается, потому что нам не хватает объяснений. Откровение, Сид, — это просто объяснение Бога своим детям. Когда я что-то объясняю своим детям, тогда шансы, что они перейдут черту, ничтожно малы, потому что у них есть объяснение о близости. Во время этого откровения вы отправились на небеса. Что вы там видели? Первое, что я пережила в тот день, 14 февраля, — это любовь. Хотя меня очень любила моя семья, и у меня много друзей, что-то глубоко внутри меня не могло принять эту любовь. Я могла чувствовать одиночество среди толпы людей в комнате. Я просто не могла добиться того, чтобы эта любовь проникла в меня, насытила меня и привела туда, где предназначил мне быть Бог. Когда Он открыл надо мной небеса, конечно же, теперь я знаю, что всегда ходила под открытыми небесами, но теперь у меня есть понимание этого. У меня есть откровение об открытых небесах, что это такое, как они выглядят, как там оставаться. И я была уверена, что могу все испортить в тот момент. Приведите пример того, что может произойти, когда вы действуете под открытыми небесами, имея знания. О, все что угодно, и это большой плюс. Сид, под открытыми небесами может произойти все что угодно. Наследственные проклятия тают в Божьем присутствии. Они тают мгновенно. У вас было раненое сердце, и в момент видения Бог его исцелил. Происходит ли то же самое, когда вы молитесь за людей,
с разбитыми сердцами. Ведь на ваших сеансах присутствует очень много таких людей. Они обретают совершенно новое сердце. Почему нет? Я так долго просила Бога восстановить мое сердце, и в итоге... Бог не может восстановить сердце? Я сказала: тогда, Господь, нам конец. Это большая проблема. Потому что если даже ты не можешь восстановить мое сердце, и я не знаю, что будет дальше. И Он дал мне откровение, Он дал мне объяснение, потому что Бог может что-то нам дать, но если у нас разбитое сердце, мы только все испортим. Что он сказал? Он сказал: я не могу восстановить тебя и твое сердце. Я спросила: почему? И он ответил: потому что каждый раз, когда я его восстанавливаю, ты вспоминаешь все прошлое и вновь разбиваешься. Но я могу дать тебе совершенно новое. Поэтому я получила совершенно новое сердце в тот день Святого Валентина 1810 дней назад. Тогда позвольте задать такой вопрос. Очень многие ранены. Да. Возможно, каждый из нас ранен. И невозможно, а каждый? Каждый. Каждый из вас был ранен. Каждый, возможно ли получить простой ответ, если вы помолитесь, тогда или нет? Хорошо, Сид. Каждый, кто слушает эту программу, каждый, у кого есть уши слышать то, что будет сказано, каждый, сидящий в этой аудитории, люди, которые проезжают сейчас мимо этого здания прямо сейчас, каждый может обрести совершенно новое сердце от Бога. Новое. Помолитесь за них, пожалуйста. Конечно. Прямо сейчас, во имя Иисуса, для славы Божьей, нет времени и расстояния. Прямо сейчас с небес передаются сердца. Я вижу, как эти сердца приходят с небес для Божьего народа. У кого есть уши слышать, эти сердца сейчас встраиваются в сердца Божьего народа. Они так долго были разбиты. Я понимаю, вы считаете, что Бог не может восстановить вашу разбитость. Бог не хочет восстанавливать вашу разбитость, Он хочет исцелить вас и вашу разбитость. Поэтому получайте сердце от Бога сегодня и начинайте считать свои дни во имя Иисуса Христа. Не восстановленное сердце, а совершенно новое, полное любви во имя Иисуса. Знаете, вы говорили, что у каждого есть портал. Это цилиндр света, который является путем с небес для тех вещей, о которых люди молятся. Но вы также сказали, что у многих он довольно маленький, и тем не менее его можно расширить. Абсолютно. Назовите пару способов. Сид, во-первых, если у меня есть портал, он в любом случае будет расширяться. Портал расширяется благодаря вере, любви, терпению и плодам Духа. Однако вы можете и ограничить свой портал. Как его можно ограничить? Страхом, сомнением и неверием. Вот что я вам скажу. Когда она начала говорить о расширении портала, вы ощутили присутствие Божие? Да. Я тоже ощутил. Когда мы вернемся, придет время и вам начать действовать в откровении. Разве у вас нет вопросов к Богу? Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Жизнь всегда эмоциональна. Человечество строит, растет, движется, преуспевает. Наша хаотичная рутина так поглощает нас, что мы становимся забывчивыми. Среди жизненного хаоса одно остается неизменным. Сталкиваясь с обстоятельствами и трудностями, мы можем обратиться к обещаниям того, кто никогда не меняется. Жизнь меняется, Слово Божие остается неизменным. Исцеляющее Писание. Заходите на наш сайт, чтобы узнать об этом больше. Многие зрители сообщают о чудесах и исцелениях, произошедших в результате просмотра программы.
В моей левой ноге начали чувствоваться спазмы, были сильные боли в ноге. Иногда я мучилась от боли всю ночь, а на утро боль становилась совершенно нестерпимой. Казалось, мне уже ничего не поможет. Я включила вашу программу, в гостях был Крейг Хилл. Я помолилась вместе с ним молитвой покаяния против проклятий и за то, что судила моих родителей. И боль сразу же исчезла. Спасибо, Господь. Я боялась сверхъестественного, пока не начала смотреть вашу программу и заниматься по вашему учебному пособию на DVD. Сейчас мой страх исчез, и я верю в то, что Бог коснулся меня. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Это сверхъестественно. Ребекка рассказывала мне, что знамения от Бога появляются у нее даже в комнатах. Много раз это была радуга. Когда вы в последний раз видели радугу? Радугу? Да. Радуга появилась в моем номере в отеле вчера утром. Я спросила Бог, что это? Он ответил, «Религия учила моих детей, что на конце радуги есть сокровище. Знаете, по глупости и я путешествовала за ней. Но когда вы понимаете, что действуете под открытыми небесами, и у вас есть доступ к трону прямо сейчас, и прямо здесь радуга появляется перед вами, прямо здесь, потому что вы понимаете, что вы стали сокровищем, и Бог проявляет себя прямо в вас». Меня очень интригует этот дар откровения. Одна из сфер, в которой Бог наделил вас откровением, — это проклятие. Расскажите мне свидетельство, которое включает в себя откровение о проклятиях человека. Есть наследственные проклятия, которые записаны в 34 главе Исхода. Многие люди не верят в проклятия и наследственные проклятия, но если вы верите в благословение, придется верить и в проклятия, потому что они противоположны друг другу. Однажды я молилась вместе с женщиной, у которой было наследственное проклятие страха. Конечно же, симптомом была тревожность. Оно не говорит: «Эй, я наследственное проклятие, изгони меня». Я спросила: «Как долго вы хотите продолжать так жить?» И женщина ответила: «Я хочу, чтобы это прекратилось». Я спросила ее о молитве и повела ее в молитве длиной в 20 секунд. Это была молитва покаяния, потому что покаяние всегда означает восстановление. Сид, покаяние — это стопроцентная гарантия восстановления. Я запомню. И эта молитва привела ее к откровению. Покаяние всегда приводит к откровению. Так мы разрушили проклятие страха. Она покинула мой офис и поехала домой. Она боялась, что с ее старшей дочерью, которая собиралась поступить в колледж, что-нибудь случится. Женщина не могла к ней поехать и боялась, что если та погибнет, она так и не сможет ее увидеть. По пути домой, а она была простой христианкой, она позвонила мне и рассказала. У меня в голове как будто крутится кино. Я не знаю, что это, но я думаю, что Бог показывает мне, что это пришло от моей бабушки. Она начала объяснять, что ее прабабушка погибла под поездом, и ее бабушка переняла этот страх, что ее мать погибнет, а потом передала его следующему поколению. Четвертым поколением как раз была та женщина, с которой мы молились. Разрушив проклятие страха, мы держали связь по телефону. И вдруг она сказала: «На моем шоссе авария. Очень страшная авария». И вдруг она начала кричать: «Это моя дочь». Это была та дочь, за которую мы молились за 15 минут до этого. Короче говоря, Сид, автомобиль девушки перевернулся и ушел от столкновения в лес. Буквально в тот же момент, когда мы разрушили наследственное проклятие, у врага был план украсть, убить и погубить. Пока мы разрушали проклятие, девушка перевернулась в машине, но осталась нетронутой. Понимаете, это молитва покаяния.
дала ей откровение о том, что нужно разрушить в ее жизни и в жизни ее дочери. Таким образом, мы спасли ее от гибели, от врага и от страха. Это настоящее чудо откровения. Знаете, это... сверхъестественно. Добро пожаловать в мой мир, где все сверхъестественное, естественно. Посмотрите в камеру и помолитесь за этих людей. Я молюсь во имя Иисуса Христа, чтобы слава Божья осияла каждого сотворенного человека, чтобы слава Божья осияла вас так же, как и в 60 главе Исаии, и свет Божий придет на вас и будет виден не только вам, но и всем окружающим. Пусть это будет свидетельством и инструментом. Когда слава осияет вас, пусть пленники выйдут на свободу, и когда пленники выйдут на свободу, вы тоже выходите на свободу. Выходите в Божий свет. И я молилась во имя Иисуса, во имя могущественного Иисуса Христа. А я молюсь, чтобы каждая частичка этой славы оседала на головах людей. Да. Мигрени уходят, боли в спине уходят. Да. Слава исцеляет вас. Наследственные проклятия. Они тают во имя Иисуса Христа. Смотрите в следующем выпуске. Многие верующие люди говорят, «Божьи пути загадочны». Вы когда-нибудь слышали, чтобы он сам так говорил? Для верующих они не должны быть загадкой. Возможно, вы задавали Богу вопросы. «Бог, почему я все еще болен? Почему мой дядя умер от рака? Бог, почему я в нищете?» Скоро вы получите ответы. Ваши пожертвования этому служению помогут СИДу транслировать программу «Это сверхъестественно» в Израиле 28 раз в неделю.